Воинская часть, это наше именное подразделение «Ирбис», попросила нам оказать помощь системе боевого управления, системе разведывательного управления и системе охраны. Совместно с военными комиссариатами Республики Хакасии, а также с Советом ветеранов была проведена работа, и мы организовали сбор аварийно-спасательного инструмента для спасателей и оборудования для наших подразделений, для наших воинских частей. Сегодня будем отправлять данные средства для наших ребят, для наших земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. При сборе этого груза сама инициатива исходила от ветеранов МЧС. Не оставаться в стороне, оказывать системную помощь своим для нашей общей победы – гражданская позиция тех, кто знает о спасении людей не понаслышке. Аварийно-спасательное оборудование будет отправлено в Донецк, где спасатели разбирают завалы разрушенных домов. Тот комплект имущества, который вы видите перед собой, это та небольшая толика, которая будет внесена ветеранами и сотрудниками МЧС по республике Хакасия в рамках того, чтобы победа была как можно быстрее, чтобы враг был разбит и там, на этой территории, наступила мирная созидательная жизнь. Система боевого управления – это, безусловно, самая дорогостоящая часть этого гуманитарного груза. Ее на собранные средства ветераны МЧС приобрели почти за 300 тысяч рублей. Но и все остальное не менее ценно и нашим бойцам крайне необходимо, говорят ребята, вернувшиеся из зоны спецоперации. По идее, как бы этим должен быть снаряжен каждый боец. Этого у нас там нету, не хватает приборов, и поэтому обращаемся за помощью. Если даже такие хотя бы пару приборов будет на одно подразделение, это уже будет очень хорошо. Потому что ночью часто бывают вылазки, диверсионные группы противника выходят. И поэтому приборы ночного видения – это очень полезно. И также тепловизоры. Гуманитарный груз будет отправлен транспортной компанией уже сегодня. И буквально через несколько дней его доставят нашим бойцам за ленточку. Чуть позже на территорию Донецкой Народной Республики отправится и поисково-спасательное оборудование из Хакасии.